Здравствуйте, с вами канал «Современные родители». Сегодня расскажу про детское автокресло MaxiCosi Core iSize. Подборку ссылок на магазины с лучшими ценами оставлю в описании. Чтобы получать уведомления о выходе новых роликов, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Надеюсь на вашу поддержку, пишите комментарии и ставьте лайки. Дизайн позволяет детям вылезать и залезать в автокресло самостоятельно, а также пристегиваться. Дополнительное удобство обеспечивает наличие системы подсветки области замка ремня безопасности Click Assist, который может включаться с любой стороны. Чехол, выполненный из оригинально отформованного материала, быстросъемный и выполнен из гипоаллергенной ткани, рассчитанный на длительную эксплуатацию и стирку в автоматической стиральной машине при температуре 30 градусов Цельсия. Детское автокресло MaxiCosi Core Pro iSize спроектировано по канонам последнего европейского стандарта безопасности ECE R129 iSize и предназначено для перевозки детей ростом от 95 до 145 см, что примерно соответствует возрасту от 3,5 до 12 лет. Кресло оснащено креплениями Isofix, облегчающими быструю и правильную установку, однако может быть использовано и при их отсутствии в автомобиле. Подросток вместе с сиденьем фиксируется штатным ремнем безопасности автомобиля. Во избежание ошибок при пристегивании кресло имеет конструкцию, не допускающую случайное выпадение ремня из направляющей в подголовнике. MaxiCosi Core iSize устанавливается лицом по ходу движения. По мере роста ребенка подголовник кресла поднимается и одновременно расширяются боковины. Несмотря на компактные внешние габариты, внутренние размеры кресла делают его одним из самых просторных в классе, позволяя с комфортом разместиться даже крупному подростку. Спинка кресла имеет плавающую конструкцию и принимает угол наклона согласно положению спинки сиденья автомобиля. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Пластик при поездке с ребенком поскрипывает. Обшивку материала не назвать практичной. Люфтит крепление Isofix. Теперь перейдем к положительным. Отличный производитель. Качество на самом высоком уровне. Очень легкая и удобная. Отличная эргономика. Качественные материалы. Удобство установки. Isofix удобно. Регулируется подголовник. Не портит кожаный салон авто. Делитесь впечатлениями от ролика и модели в комментариях. Буду благодарна за поддержку в виде лайков. Не пропустите новый обзор. Для этого подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. До скорой встречи на канале «Современные родители».